Полезная информация. Получить дубликат утерянных дипломов и аттестатов теперь можно будет в ЦОНах. Пилотный проект уже начал действовать во всех регионах страны. Для восстановления диплома теперь уже не надо идти в учебное заведение. Достаточно обратиться в любой ЦОН. Да и список необходимых документов для получения дубликатов сократился. Выписка из объявления об утере в газете теперь не нужна. Достаточно принести удостоверение личности, справку с бюро находок и заявление. Восстановить дипломы и аттестаты в ЦОНах могут как сами казахстанцы, так и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории нашей страны. Плюс ко всему, это услуга бесплатная.